Я очень рада встрече с вами. Надеюсь, что всем меня видно хорошо и слышно. Да, добрый день. Я вижу, что у нас очень большая география сегодня. Очень рада этому. Спасибо большое, что откликнулись на приглашение принять участие в вебинаре. И сегодня такое интересное у нас с вами время, что общаться вживую приходится совсем редко. Мне кажется, что вообще во всех странах сейчас карантины. И я вдвойне благодарна этой возможности поделиться с вами сегодня опытом своей работы и каких-то профессиональных наработок тоже. Очень надеюсь, что у всех все хорошо, все здоровы, и мы стоически переносим режим карантина. Да, надеюсь, что у всех все хорошо в целом. И сегодня, да, сегодня будет интересный вебинар. И для начала позвольте мне представиться. Я преподаватель и автор. У меня достаточно большой уже опыт преподавательской деятельности. С 2008 года я работаю как преподаватель русского языка как иностранного. И в первую очередь это был деловой русский язык для компании именно. Я автор учебников по деловому русскому языку. Первая моя книга, комплект учебный, вышел в далеком 2010 году. Мне кажется, это были еще совершенно другие реалии жизни. Но книга оказалась очень актуальной. Вышла она в Латвии, были хорошие отзывы, и я поняла, что такой литературы не хватает. И сейчас есть уже мои книги Russian for Business, которые мы выпустили в сотрудничестве с издательством «Златоуст». И это для уровней А2, В1 и В2. Книги так и называются Russian for Business. Они красивые, с матрешкой, возможно, вы знаете. И также я являюсь автором коммуникативного онлайн-видеокурса. Это Business Russian Communication. Тоже очень интересная работа. Чтобы было понятно, почему мне проще даже преподавать деловой русский язык, наверное, это как-то просто судьба в моей жизни. Базовое мое образование, как ни странно это будет звучать, техническое. Я инженер-системотехник или в простонародье админ или программер. И второе мое высшее образование – это школа бизнеса Открытого университета Великобритании. Прежде чем начать работу преподавателем, до того, как я переехала жить в Латвию, я работала в сфере бизнеса, это менеджмент и маркетинг в основном. И когда мне пришла идея написания книги, учебника по деловому русскому языку, я начала, скорее я это увидела как маркетолог. Я заметила, что есть свободная ниша, что таких книг нет. И потом я начала искать соавтора. Мне казалось, что вполне логично начать создание этой книги, когда будет синтез, синтез именно работы человека из мира бизнеса и филолога, лингвиста. Но, к сожалению, соавтора не удалось найти. Но, наверное, это в моем характере просто идти вперед.
несмотря ни на что. И появилась так вот первая книга, которая была успешна. И дальше уже сейчас многие знают книги Russian for Business. Здесь спрашивают, как меня зовут. Меня зовут Людмила Котана. Фамилия латышская, поэтому звучит немножко даже, мне кажется, даже немножко по-японски как-то. Котана, если говорить, произносить ее правильно. Ну вот, латышская фамилия. Итак, сегодня, после этой, может быть, немножко такой затянувшейся преамбулы, давайте посмотрим, что сегодня будет в вебинаре, о чем мы будем говорить. На этом слайде небольшой планчик. Сегодня я хочу поговорить именно о процессах обучения и изучения, как я это воспринимаю, чем отличается эта специфика. Поговорим о методах и инструментах, которые я использую в своей работе и которые используют в работе мои коллеги, которые работают в моей школе. Инструменты для группы и для индивидуальных уроков. Как поддерживать интерес между уроками, то есть сопровождение. Далее выработка и рефлексия уверенности. И что влияет на продление курса. Ну, такой план я составила на сегодняшний вебинар. И да, я немножко отвлеклась на вопросы и вспомнила о том, что мы не говорили. На вопросы я отведу примерно, на ответы на вопросы я примерно отведу 15 минут времени в конце нашего вебинара и постараюсь на все ответить. Если у вас возникают вопросы по ходу презентации, вы, пожалуйста, их записывайте, и потом я стараюсь на все ответить. Слабый звук. Звук, картинка хорошая. Так, ну, переходим, так сказать, к телу вебинара. Надеюсь, что за эти первые минуты нашего общения уже все наладилось. Технически у всех все плюс-минус хорошо. Я постараюсь говорить достаточно громко, чтобы все слышали. Итак, процесс обучения и изучения, мотивация и цель обучения. Я отдельно уделяю внимание на то, как проходит, в каком настроении проходит занятие. Это очень-очень важно. И, может быть, это покажется вам несколько философским вопросом, но я считаю его прям очень-очень важным на сегодняшний день, потому что наверняка вы замечали, что специфика, что ли, психика, психоэмоциональная составляющая студентов, особенно молодых, она меняется. Меняется. И особенность этих новых поколений, это особенно заметно в детях, в молодежи, что та модель обучающая, которая работала буквально еще 5, 7, 10 лет назад, когда преподаватель односторонне рассказывал что-то, и студенты просто воспринимали эту информацию, она, к сожалению, не работает больше. Не работает. И я могу наблюдать, что те преподаватели, которые работают в данной стилистике, назовем это так, курсы заканчиваются так, особо и не начавшись. То есть вот, конечно, я могу больше говорить о своем опыте, то есть, но то, что я в Латвии вижу, например, занятия могут, курс, допустим, 30 занятий, прошло 10 занятий, и студенты просто отказываются от этого преподавателя. И что важно? Важно, чтобы, извините, чтобы этот процесс был
взаимным, чтобы преподаватель тоже обладал той замечательной особенностью слышать, замечать потребности своих студентов, людей, которые приходят к ним на курсы. И даже отталкиваясь от этих потребностей, дальше формировал курс. Несмотря на то, что перед началом курса, конечно, у нас есть определенная структура его, сейчас я вижу и для себя, и у своих коллег, что курс – это некий живой организм, который часто достраивается в процессе продвижения дальше по занятиям. Это очень-очень важно. И тоже здесь хочу сделать некую такую оговорку, что здесь меня вдохновляют работы Татьяны Владимировны Черниговской, и тоже смотрю лекции и читаю книги Андрея Курпатова, которые говорят о строении мозга и о психолингвистике и так далее. Итак, обучение как обмен энергиями. Да, вот такой немножко метод хиппи, может быть, настроение, вернее, даже как настроение. Но это действительно важно. Односторонний поток информации и энергии на сегодняшний день больше просто не работает, это неэффективно. Вот и все. И я в своей работе тоже очень применяю и считаю практическим. Я интересуюсь о том, как работает мозг, как сделать так, чтобы воздействовать на этот мозг. И, как я уже сказала, работа Курпатова и Черниговской меня вдохновляет на это. Советую посмотреть их лекции. И, наверное, для многих из вас я не открою что-то новое. Ученые проводили исследования о том, что является самым сложным процессом для головного мозга. И оказалось, что это не вычисление высшей математики, не доказательство каких-то теорем или задач по физике и так далее. Самым сложным процессом для мозга человека является общение на иностранном языке. Когда нужно услышать, понять, дешифровать информацию, которая поступила в мозг, потом сформулировать свою мысль, обличить ее во фразу и задействовать мышцы речевого аппарата, чтобы высказать свою мысль, как и происходит общение. Таким образом, максимальное количество зон головного мозга, которые задействованы именно в процессе общения на иностранном языке. Таким образом, представляете, какая у нас ответственность и чем, что является нашей работой? То есть это научить людей самому сложному процессу для них. И тем не менее, мы такие смельчаки этим занимаемся. Давайте посмотрим, что же нужно, чтобы максимально у нас все получилось хорошо. Вот приходит к нам человек и говорит, я хочу выучить русский язык. Да, в данный момент он хочет, он осознает свою мотивацию, но я всегда немножко, если так можно сказать, отделяю. Вот есть мозг, орган, который потребляет максимальное количество энергии для своей работы, соответственно, априори очень ленивый и не хочет делать ничего. И человек, который думает, что ему это надо, что он хочет выучить русский язык.
И вот курс строится буквально из вот этих двух каких-то составляющих: внутренней мотивации человека и некий ленивый орган, который учиться не хочет. И нам нужно мозг буквально обмануть и заставить учиться или обличить те знания, новые знания, которые мозг не хочет запоминать, в какую-то красивую упаковку, которую он хорошо воспримет. И как мы можем построить наше взаимодействие? Либо возбуждать какими-то интересными фактами, играми, позитивными моментами наш мозг, либо все время как-то воздействовать через, например, обязаловку или материал, который не интересен. Может быть, с вашей точки зрения, или когда в группе работаем, это вообще филигранная работа, когда одно что-то интересно одному студенту, и та же самая тема не будет интересна для трех других студентов, это другой вопрос, но тем не менее, как происходит. Итак, если это адреналин и позитив, то мозг дает сигнал, что это важно, и происходит запоминание, запоминание данной информации. Соответственно, если у нас другой алгоритм, то информация получает статус «неважно», и мозг не запоминает эту информацию. То есть, по большому счету, получается, что вот мы отработали, там, например, 90 минут, а из этих 90 минут не запомнил человек ничего, просто потому что мы его на пятой минуте уже потеряли. Я прихожу к такому выводу, как я строю свои уроки, стремлюсь к тому, чтобы обучение стало, буквально на днях придумала этот термин, дисциплинированной игрой. Дисциплинированной игрой. То есть если это получается сделать, то курс проходит на ура и его продлевает. Далее. Сейчас момент посмотрю. Да, все сказала, что хотела по данному разделу. И дальше переходим к второй части. Это методы и инструменты в группах и индивидуально. У меня школа, я руководитель школы Business Russian Intensive Courses. И за те, сколько это, почти 12 лет работы, конечно, накопился огромный опыт и в группах, и индивидуально. Обычно наши занятия в группах я стараюсь формировать группы не более 12 человек, и то это редкость, если есть возможность, то это 8-10 человек. И если индивидуальные занятия, то, конечно, это один на один. Сейчас я расскажу, какие инструменты я использую и в том, и в другом случае. Как происходит планирование курса? Сразу оговорю, что я работаю прежде всего с компаниями, да, то есть это самые разные сферы. Сегмент, с которым работает наша школа, это корпоративный сегмент, назовем это так. Несколько раз я пыталась индивидуально группы собирать, когда даже были запросы, но это совсем другая специфика. Ну, не то чтобы совсем другая, но там вопросы к самодисциплине, к студентам. Второе, что в Риге достаточно много школ, которые работают с группами частных студентов, как это даже назвать, то есть не с компаниями, поэтому я с ними даже не конкурирую. Мое планирование происходит так, что встреча с инициатором курса. То есть это либо руководитель отдела
персонала. Или если это крупная компания, то там бывает, например, однажды у меня была встреча, когда было 6 человек со стороны компании. Я пришла, и мы обговаривали, как должен строиться курс. Это были руководители тех отделов, из которых они направляли людей на обучение, и команда отдела персонала. Мы обозначаем темы, которые мы обязательно будем охватывать в курсе, проясняем мотивацию, зачем нужно это людям. Обязательно расставляем приоритеты, то есть навыки. Обычно это навык говорения, конечно же. Самый актуальный навык это, чтобы люди могли общаться, понимать и общаться, устные навыки. И визуализация ценности курса, это значит, что я все вношу на бумагу, в определенный документ, который я потом на электронную почту отправляю всем лицам, которые задействованы в данном процессе. Составление плана. Здесь нужно учитывать все пожелания. И пожелания инициаторов данного курса, и профессиональное видение преподавателя. Это очень-очень важно, потому что, конечно, нельзя идти слепо следовать только то, что вот мы хотим это, завтра мы хотим это, а еще мы вспомнили, что вот у нас есть парень из отдела логистики, ему тоже нужно научиться писать письма. А изначальная цель курса была для менеджеров продавать на русском языке, например, услуги логистики тоже. Но это совсем другое. Да. Дальше, когда происходит одобрение, мы начинаем работать с подготовкой материалов, организацией группы WhatsApp. Обязательно я сейчас использую этот инструмент. Почему? Расскажу позже, почему он так важен. Что хочется сказать? Факторами успеха сейчас вот как раз-таки являются мотивация, любопытство. Любопытство как со стороны студентов к языку, так и со стороны преподавателя в сторону студентов и желание больше узнать о данной сфере. Мне кажется, в прошлом году я уже выступала на одном из форумов и рассказывала о том, что это необходимый навык вдохновляться каждый раз той сферой бизнеса, в которую вы приходите, если так можно сказать, чтобы узнать как можно больше и терминологии, и специфики, как это работает. Ну, даже стать этим специалистом этой области, чтобы как можно лучше помочь людям рассказывать об их услугах и продуктах. И далее расскажу, как обычно проходит урок. Всегда я начинаю с разминки. Что такое разминка? Я считаю, что очень-очень важная составляющая урока. Цель – это настроить студентов на изучение русского языка, настроить вообще мозг на восприятие информации на русском языке. Если это утренний урок, то там несколько проще, и тогда те активности, которые мы делаем, они направлены прежде всего на то, чтобы разбудить человека, чтобы они начали взаимодействовать, даже какие-то физические упражнения с произношением слов могут быть. Если это день, то есть середина рабочего дня или вечер, то это особенно бывает сложно,
потому что 15 минут как минимум человек еще находится в своих рабочих проблемах. Мозг загружен той информацией, которую ему нужно, которую он только что делал и которую еще предстоит сделать. Да, то есть это вдвойне такая сложная задача и для преподавателей, и для студентов переключить на восприятие новой информации. Я немножко перелистну на следующий слайд. Здесь варианты разминок, которые я использую. Это настольные игры. Чаще всего это бродилки какие-то. Я думаю, что вы понимаете, о каком формате я сейчас говорю. На тему увлечений, и обязательно там тоже вшит какой-то пройденный материал и грамматический, и по лексике. Есть тоже игра «Деньги-деньги», поскольку у нас все-таки это курс делового русского языка. В моих учебниках, в каждом из них в конце тоже есть игры, которые я использую. Карточки «Зверометр», «Вкусометр». Я вам просто покажу, вот посмотрите, да, вот это прям моя любимая, да, покупала я их в Петербурге. Это целая серия есть таких игр издательства Selfie Media. И еще покажу, тоже есть такое Цирлих-Манирлих. Вот такие карточки, это с цитатами, это уже на уровень B1, B2, на понимание. Есть такие тоже интересные, исторические даже, можно так сказать, эпоха Петра Первого с головы до ног. Очень классные карты, очень интересные, рекомендую, да, особенно для начала, да, на любое начало урока. Вот, есть такие попроще. Кто я? Да. Есть карточки, которые направлены на то, чтобы что-то выбрать, или то называется. На самом деле, когда я приезжаю в Россию, то очень много времени провожу в книжных магазинах и закупаю там эти карточки, разные-разные игры. Вообще совершенно замечательные. На самом деле, это карты не для русский, как иностранный, да, без какой-то привязки, это карточки просто для игры. Но чем они хороши, их легко адаптировать для любого, практически для любого уровня владения языком. Что у меня тут еще? Да, тоже викторины делаю про какие-то известные факты, известных литературных героев. Одна из таких топовых викторин была про Гарри Поттера, например, или делала серию для праздников про Новый год, например, про 8 марта. Эти викторины заходят очень хорошо. Тоже использую видео, особенно, например, если урок начинается рано утром, например, в 8 утра. При том, что это не онлайн, а где-то, то есть и студенты ехали уже какое-то время, то есть рано проснулись, мне очень-очень помогают видеоинтервью, которое делает Анастасия Семенина. Отдельное ей спасибо, еще упомяну о ее канале в конце. Тоже смотрим какие-то репортажи, новости, то есть видеоматериал для утренних уроков заходит очень хорошо. Дискуссии. Что это значит? Например, группа разбивается на две группы. Каждая из них отстаивает свою точку зрения. Ну, например, это может быть от простого, где лучше жить, в городе или в деревне, или в маленьком городке, или в мегаполисе. Также это может быть привязка к теме урока, например, конкуренция, да, конкуренция хорошо или плохо. И вот студенты отстаивают свои точки зрения.
предварительно нужно записать плюсы-минусы, и потом идет как игра. Каждая из сторон озвучивает свои плюсы сперва, и потом минусы, почему считают, что так лучше или хуже. Возвращаясь к слайду дальше, обычно после разминки я проверяю домашнее задание, ритм домашних заданий. Если это два урока в неделю, допустим, вторник и четверг, то со вторника на четверг я никогда не задаю домашнее задание, но с четверга на вторник, то есть когда у нас идет через выходные следующий урок, то студенты обязательно получают домашнее задание. Если это урок, перед которым не было домашнее задание, я просто спрашиваю, что запомнилось, или в игре мы вспоминаем, повторяем. Да? Дальше у меня идет обычно эта тема урока, новая лексика, текст, диалоги, грамматика, и в конце это практика. То есть это непосредственно то, что волнует данную группу. Здесь мы отрабатываем те запросы, которые есть у студентов, профессиональные запросы. Например, компания телекоммуникации, и была большая группа операторов службы поддержки клиентов. И мы делали скрипты, записывали их аудио. У студентов была возможность постоянно слушать аудио и запоминать, как правильно отвечать на запросы русскоговорящих клиентов. Что интересно в этом курсе было, что часть этих студентов даже не умели читать по-русски. Но запоминая слова, произношение слов, они понимали запросы, могли отвечать, но не говорили и не писали. И длительность этого курса не была рассчитана на то, чтобы вообще иметь возможность, чтобы студенты успели освоить навык чтения. Да, таким образом, вот тоже интересная специфика была. Проговариваем диалоги. То есть это такой суперпрактичный блок идет. И что я хочу сказать по этой последней части, в принципе, вот здесь можно быть строгим. Если в разминке мы прям друзья-друзья, мы играем вместе, то урок всегда завершается такой классной прокачкой и прям жестким фитнесом, физухой, даже так можно сказать. Студенты не сидят, они должны стоя прорабатывать эти вещи. То есть это неважно, там диалоги или, то есть если это работа в малых группах, если позволяет пространство, то лучше их вот разделить прям, чтобы они встали и разговаривали стоя. Так информация усваивается лучше. И опять же, мозг воспринимает, что это более важно, чем если человек сидит и что-то говорит. Это все равно полурасслабленный режим, и информация так хорошо не усваивается. Это тоже вот интересный нюанс. И вот я считаю, что урок прошел хорошо, когда у меня студенты выходят прям такие: «Вау, было круто, мы поработали». И вот, ну, там некоторые выходят, говорят, что это, ну, прям как из спортзала. Но так и есть. Это правильное чувство. У них должно быть ощущение хорошей нагрузки. Чуть-чуть насиловать студентов хорошо, это надо. И дальше
Если по теме урока говорить, и здесь вы видите обложки моих книг, это яркие-яркие матрешечки для уровней А2, В1 и В2. В комплект входит учебник, рабочая тетрадь и аудио. В принципе, когда я составляла эти курсы, эти книги, писала эти книги, я их делала с той мыслью, что вот есть эта книга, и мне не нужно будет скакать по каким-то дополнительным материалам. Я по природе человек, нацеленный на эффективность использования своего времени и любых ресурсов. Мне нравится, вот если я выбрала какой-то источник, то я могу быть в нем уверена и идти по данному курсу. Эти книги составляла под себя, и сейчас вижу, что не только я ими довольна. Поэтому вот могу рекомендовать без зазрения совести, что называется. И сейчас предлагаю заглянуть немножко внутрь, как они устроены. Это фрагменты из книги по Б2. Она мне нравится, я ее просто больше всего люблю. Прежде всего потому, что на Б2 больше возможности уже поговорить с человеком, узнать о человеке, о студенте побольше. Мне это очень-очень нравится. Больше свободы, скажем так, именно предмет, мастерство уже. И в каждой теме урока есть разделы грамматика, текст, навыки, учебная ситуация. И книге для B2 есть мой любимый раздел – это интервью. Я встречалась с представителями успешных компаний, брала у них интервью. И практически не в адаптированном варианте эти интервью попали в книгу. Это добавляет харизму для данного учебника и некий такой ощущение, что это как журнал, что ли. То есть есть возможность прикоснуться к вот именно живому деловому русскому языку, как его используют носители вот, за счет этих интервью. Тоже есть аудио этих интервью. Ну, я думаю, что пока я говорила, вы уже посмотрели, что здесь есть на слайде. Если у вас есть вопросы, вы их пишите, я отвечу на них, да. Время идет дальше, еще хочется о многом рассказать. Следующий фрагмент – это фрагмент грамматики и текста. Конечно же, есть упражнения к этому, то есть это просто фрагментарно я взяла, чтобы вы имели примерное представление о том, что есть в этих книгах. Здесь в теме урока, например, вот интервью, да, и задание к интервью. В разделе навыки это практические вещи, которые человек может использовать уже буквально сегодняшнего дня эти бизнес-навыки на русском языке он уже может использовать. Да? Учебная ситуация больше применима для работы в группах. То есть здесь есть то, что в английском называется case study. Какая-то ситуация на примере какой-то компании. Есть задание, прям например, это управленческое задание, то есть менеджерское какое-то, да, то есть в данном случае это формирование команды. И дается задание поработать в малых группах, решить конкретные задачи. То есть это очень коммуникативный элемент этих книг и курса на базе этих книг. Про домашнее задание я уже сказала, и здесь у меня плюсик контрольные работы. Если обычно я строю так, что вот курс это 30 занятий по 90 минут. И делаю проверочное занятие на 15-м занятии,
На 16-м в начале занятий я разбираю, ну, делаем работу над ошибками и дальше идем. И потом на 29-м занятии итоговая контрольная работа, на 30-м занятии разбор полетов и цветы и тортики, что курс пройден успешно. Дальше, следующая часть, о которой я очень хочу с вами поговорить, это поддержание интереса между уроками, сопровождение. Знаете, буквально последний год-два прям очень-очень остро эта проблема для меня обозначилась, что студенты приходят на урок, и они как чистый лист. Неважно, как бы круто предыдущий урок не был отработан, они почти ничего не помнят. Я это связываю с тем, что интенсивность информационного пространства сегодняшних реалий настолько насыщена, что люди, ну, мозг просто не справляется. Поэтому я для себя разработала ряд каких-то действий, которые помогают мне удерживать внимание между уроками и настоять на том, чтобы память студента хоть что-то выцепила для себя и сохранила для следующего урока и пронесла это через весь курс. Первое – это мессенджеры. Я активно использую WhatsApp. Мне кажется, что он максимально удобный. Что я делаю? Это в ходе урока я фотографирую доску. Сейчас это в формате жизни на карантине. Это, конечно же, скриншоты экрана. И отправляю эти фотографии в группу, как это назвать, группу в мессенджере. То есть, если это там, ну, по компаниям они у меня разделены, ну, по группам студентов, да. Сначала я отправляла просто фотографии. Оказалось, что это не работает, друзья. Фотографии взглянули и забыли. Нужны якоря. Эти якоря, что это такое? Ну, это вопросы или задания. Обязательно давайте им хоть что-нибудь. Даже если они просто как-то оценили что-то или сделали физическое действие, например, вот здесь я привожу пример, какого рода слово решение. Неважно, как они ответят, буквы или аудиосообщение, они уже что-то сделали. Они, по крайней мере, нашли в этой фотографии слово решение. Да? То есть часто задание на самом деле нацелено не на то, чтобы они действительно ответили на этот вопрос, как в театре говорят, сверхзадача, режиссерская сверхзадача состоит в том, чтобы они вообще внимательно посмотрели на эту фотографию и вспомнили, что мы делали на уроке. Да? То есть, там, найдите слово на букву В и напишите его в комментариях, или скажите в аудиосообщении, да? Или озвучите последнюю фразу. Да? То есть задания вы можете придумать какие угодно, но главное, чтобы это не была голая фотография. Дальше я тоже делаю, организую какие-то конкурсы, челленджи, сейчас модно говорить, все быстрее, правильнее, больше. Например, там фотография, кто быстрее найдет ошибку в фразе. Или фотозадачки, что на картинке, какое это, то есть нужно написать какое-то им прилагательное, придумать, чье это. То есть если это тема родительного падежа, тоже очень хорошо, да, то есть если мы обсуждаем что-то по человеку, то можно угадать эмоцию, профессию, хобби, или тоже здесь очень-очень классно проходит такое, что по цепочке в чате должны разные эмоции себя сфотографировать и отправить свою фотографию, и другой человек должен написать, какая это эмоция. И тогда следующий он уже тоже фотографирует и
так вот пока все не будут задействованы. На отработку чисел очень хорошо помогают аудиосообщения, да, то есть я могу написать число, они должны это аудио озвучить, или я аудио надиктовываю какое-то число, они должны написать цифрами. И третий элемент, который я люблю использовать очень хорошо, например, утром отправить какой-то линк на песню. И когда они ее слушают, что-то нужно в этой песне заметить, да, или фразу, или, например, все слова с определенным словом, ну, например, там, со словом «я». Или если это только что мы проходили местоимение, то, пожалуйста, напишите все формы, какие вы услышали, там «мне», «меня», «у меня» и так далее. Тоже вопросы по содержанию песни. Здесь привет Олесе Болтак. Сколько цветов подарил бедный художник актрисе? В кого был влюблен художник и так далее, в зависимости от изучаемой грамматики, тематики и так далее. То есть эти песни, они тоже очень хорошо в заданиях для чатов подходят. Да, урок 90 минут обычно, но не всегда. Индивидуальные занятия во многом они похожи на... Ну, здесь очень важно, во-первых, то, что я хотела сказать про индивидуальные занятия, очень важно настроение и вообще психология. Когда я иду на индивидуальный урок, я включаю в себе немножко коуча, скорее тьютора, человек, который показывает, куда идти, но это не супер-пупер-эксперт там, в чем-то, да, то есть это друг, это человек, который поможет справиться с чем-то, скорее так. И здесь круассанчики и кофе не зря. Я стараюсь, чтобы эти занятия проходили ну уж точно начинались они в таком в уютном, комфортном настроении. Потому что индивидуальные уроки это вообще отдельный такой остров, когда еще чуть-чуть, и студент может сорваться, то есть перестать изучать язык, особенно в самом начале курса. Вот вчера нам очень-очень хотелось, прям надо было это знать и для работы, и все, а вот через три урока уже нам это не надо, нет-нет-нет. То есть здесь мы скорее имеем дело с внутренним ребенком каждого нашего студента. Поэтому вот даже перескочу несколько слайдов и открою вот этот. Важно уметь выбрать нейтральную тему, которая позволяет раскрываться вашему студенту эмоционально. То есть это вот прям какие-то такие мягкие вещи. Можно поговорить об увлечениях, домашних питомцах. Хорошая нейтральная тема завтрак. Есть студенты, у которых есть проблемы с лишним весом. И не дай бог вы эту тему затронете. То есть про ужин лучше не говорить, а про завтрак можно. То есть это там такие тонкие моментики бывают. Предпочтение в напитках. Обычно эти темы очень хорошо располагают друг к другу. Здесь, как сопровождение между уроками, я это тоже всегда оговариваю во время индивидуальных курсов, это, например, телефонные разговоры, когда мы можем созвониться посередине недели. Это не входит ни в стоимость курса никуда, это просто как добрый жест и для меня инструмент удержания студента. Просто созвониться и поговорить или попробовать поговорить на русском языке или просто вспомнить слова. Просто я говорю там,
на английском, например, человек отвечает мне на русском языке, то есть отработать лексику, да, то есть, ну, поймите, что это просто мы мотивируем мозг запомнить эту информацию. Мозг взрослого человека держит информацию максимум 2 дня. Если через 2 дня к новой информации человек не вернулся, мозг ее выбрасывает. Конечно, индивидуально все, но вот с данными исследованиями я согласна практически на 100%. Есть скорее исключение, когда человек мог там неделю назад мы прошли материал, ничего не делал, пришел, знает. Супер, я за него рада, но в 99% случаев действительно дольше, чем 2 дня, не возникло какой-то зацепки повторения, скорее всего, люди уже не вспомнят, как правильно звучит эта фраза, или будут очень сомневаться. Работа с сомнениями и с наработкой уверенности тоже поговорим отдельным блоком сегодня. И что еще я делаю для индивидуальных занятий? Здесь я делюсь фотографией, на ней 2 моих студента. Между собой они никак не связаны. Но один из них это студент из Финляндии. Вот это Мати. Замечательный студент из Финляндии, который приехал в Ригу на интенсивный курс. И это Эдгар, он живет и работает в Риге, учится у меня. И так совпало, что Мати приехал во время интересной выставки. Пока он был в Риге, была интересная выставка. На этой выставке принимала участие компания, в которой работает Эдгар. И мы сходили на выставку вместе с Мати в рамках нашего урока. И я со стороны с удовольствием наблюдала, как 2 моих студента общаются на русском языке, аллилуйя, не на английском, общаются на русском языке. И сначала Эдгар рассказал о своей компании, и потом Мати рассказала о своих интересах, которые связаны с инвестициями. И они обсуждали вот вопросы бизнеса на русском языке. То есть для меня это была самая большая награда моей работы. Я видела, что да, тот самый практический навык, о котором я всегда говорю, он сейчас налицо, они это используют. И мне кажется, что да, даже о чем-то они, о каком-то сотрудничестве они договорились, потом даже контактировали. Если я не ошибаюсь. Да, то есть, то есть бизнес-нетворкинг. Если вы знаете какие-то форумы на русском языке, есть очень интересная организация, называется Business Networking International. Это международная. Есть в Москве такая группа. Сейчас у них тоже проходят встречи в Zoom, и они всегда рады гостям. Тоже призываю вас интересоваться такими событиями из мира бизнеса и способствовать, чтобы ваши студенты о них узнавали. Дальше они сами уже будут делать все. Потому что начинает срабатывать, что язык это не цель изучения, а средство, которые они используют, чтобы достичь своих целей. И предпоследний раздел, о котором я хотела поговорить, время так быстро бежит, выработка и рефлексия уверенности. Уверенное общение – это самое важное, что этот языковой барьер, который нужно перескочить нашим студентам, чтобы начать уверенно говорить. И в деловом общении это актуально на 100%.
Потому что одно дело рассказывать о своей семье в дружеской атмосфере, совсем другое делать презентацию перед людьми, которые вообще не заинтересованы тебя слушать. И что я делаю для этого? Вот позвольте поделиться такими картинками. Разыгрываю ситуации, ролевые игры, то есть помогаю максимально близко к действительности пережить те ситуации, которые будут у ваших студентов. Физуха. То есть это то, о чем я уже говорила. Нужно, чтобы они стоя это делали, чтобы они руками что-то делали. То есть вот если нужно отработать презентацию, человек должен это действительно, вот он должен стоять, раздавать, пусть это будут пустые листы какие-то, но он думает, что, ну, в рамках ролевой игры это воспринимается, что это раздаточный материал, допустим. Нестандартные ситуации, вызовы, которые вы им будете организовывать. Ну вот в данном то, что я говорила, то есть организация, например, похода на выставку, участие в этой выставке или презентация в бизнес-клубе своей компании, это большой челлендж для ваших студентов, который очень запоминается и ярким опытом откладывается в мозге. После этого действительно происходит капсулирование языка в жизнь студента, проверено на практике, что называется. После того, как завершается курс, очень важно не просто озвучить, но и записать. Это может быть какая-то анкета, опросник, где будут фразы «Я научился, теперь мне легче делать то и то», «Я могу рассказать о компании», «Я могу помочь решить данную техническую проблему своему клиенту на русском языке». Я чувствую себя уверенно, когда помогаю своим клиентам. И второй раздел. Это, думаю, мне еще нужно повторять. Здесь такой интересный нюанс. Старайтесь всегда сделать так, чтобы когда завершался курс, студенты ставили не точку, а запятую. Во-первых, это правда. Очень важно продолжать изучать язык. И я думаю, что вы знаете о том, что это тоже связано со спецификой работы мозга взрослого человека, что человек должен 3 раза минимум повторить информацию с периодичностью в 2-3 месяца, чтобы эта информация отложилась. То есть, если мы хотим, чтобы студент хорошо освоил родительный падеж, мой любимый, в идеале нужно давать, прошли эту тему, сделали все упражнения, через 2 месяца студент, неважно, самостоятельно или ваше сопровождение преподавателя, вернулся к тем же самым упражнениям, проделал их, и потом через 2-3 месяца еще раз. Вот тогда можно считать, что фундамент более-менее стабильный. И вторая причина, почему важны вот эти вот фразы, думаю, мне еще нужно повторять, я бы хотела, да, чтобы продлить курс. В конце концов, это наша работа, об этом тоже важно помнить. Что влияет на продление курса? Здесь я немножко хвастаюсь, действительно, я отслеживаю аналитику эффективности работы своей школы. И у нас это показатель 94% примерно. То есть практически всегда, если компания заказывает курс, курс очень нравится, и мы продолжаем работать. Часто так бывает, что, например, у нас отучились специалисты отдела продаж,
И та же компания у нас заказывает продление сотрудничества для отдела финансов, например, или технической поддержки. Так вот, что на это влияет? Первое – это коммуникация. Очень важно помнить о том, что регулярное общение с людьми, принимающими решения о продлении курса, и со студентами – это очень-очень важно. Да? То есть, ну, если курс у нас 3-3,5 месяца, обычно 90 занятий, да, то ну, хотя бы 3 раза во время этого курса, например, с руководителем отдела персонала или с лицом, принимающим решение, нужно созвониться, рассказать ему, как идут дела, потому что, в конце концов, они выделяют бюджет на этот проект, и им очень важно понимать, что происходит с этим проектом. Не потому, что они вас контролируют или как-то, а просто они должны быть спокойны о том, что их деньги потрачены не зря, они видят результат, и с вами приятно иметь дело и работать на результат. А второе – это структура курса в целом и урока. Конечно, самое важное, чтобы она была практичной, интересной и практичной, и комфортной. Ну, там много составляющих, о которых мы уже говорили. Их легко озвучить, но не так легко реализовать. Использование технологий. Сейчас приветствуется все. Картинки, гифки, видео, аудио и так далее. И еще одна четвертая составляющая, которую я хотела бы озвучить, это внешний вид и настроение преподавателя. Преподаватели мужчины, вы меня простите, здесь женская атрибутика, потому что даже я смотрю по именам, которые слушателей, это женские имена в основном. И я, знаете, я размышляла даже на тему того, что, ну, послушайте, у нас самые красивые преподаватели во всем мире. Я прям уверена в этом. И мне кажется, что даже из-за этого фактора русский язык должен быть ну, хотя бы в топ-3 самых популярных языков, которые люди хотят изучать. Вот, такой немножко позитивчик, и ну, в конце концов, нам, девочкам, это тоже улучшает настроение, когда мы успели нужным цветом освежить губы. И то есть все 4 эти составляющие, о которых я говорила, на этот слайд тоже поместила. И сейчас уже буду переходить к завершению своей презентации. Хочу с вами поделиться и пользуюсь моментом сказать спасибо своим коллегам. Это те материалы, которые я использую буквально, ну, то есть, ну, не скажу каждый день, но каждую неделю точно. То есть это те книги, которыми я пользуюсь. Это .ру, это «Новый сувенир». Это «Пиковая дама», адаптированное чтение, да, Олесе нужно больше, вот прям очень нужно. А Анастасия Семенина с прекрасным YouTube-каналом Russian with Анастасия, всем советую. Формат интервью потрясающий, очень хорошо работает на снятие вот этого языкового барьера, когда люди видят, что как другие иностранцы, как смело говорят на русском языке. Я не знаю, как в других странах, но, например, в Латвии здесь почему-то очень стесняются своего акцента, когда они говорят по-русски. Хотя ну, очень мягкий, красивый акцент, и прям для меня требуется отдельная проработка, какой-то психотренинг, чтобы люди перестали стесняться своего акцента. Да. Ну и, конечно, я использую свои книги для курсов
по деловому русскому языку. И последнее, чем хотела поделиться, наверное, вы тоже об этом размышляете, что главные тренды вообще в процессе обучения – это онлайн-обучение, тем более в условиях сегодняшних реальности, да, тоже все более актуально использование игр. Про то, как планировать этот курс, я забыла сказать, что вот, например, у меня курс 30 занятий, и, в принципе, у меня для... Я подбираю заранее, у меня уже есть разработки, там 30-40 готовых разработок уроков, которые точно уже буду использовать во время этого курса. Ну и, конечно, такие мягкие навыки преподавателя, как эмпатия, гибкость, искренность и коммуникация, обретают особенную актуальность. Спасибо за внимание. Я очень рада, что смогла поделиться своими наработками, опытом. Если захотите со мной как-то пообщаться, я всегда открыта. Меня можно найти по данным адресатам. И последний слайд, который я размещаю, это информация по поводу завтрашнего вебинара. Для кого это актуально, то тоже в 14:00 мы будем говорить о тестировании уровня B1 и B2 русского языка в сфере делового общения. Да? Я являюсь автором этих тестов, вот расскажу, как там и что. Ну а сейчас я отвечу на вопросы, которые задавались в течение нашего вебинара. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Первый, я вижу, какой входной уровень ваших студентов? Очень-очень разный. Уровень очень разный, и сейчас я вижу, что сейчас происходят изменения. Если раньше знание русского языка, ну, по крайней мере, здесь, вот если говорим про Латвию, был выше, то теперь это А0, А1, А2. То есть все, те советские дрожжи, так сказать, закончились, и уже в Латвии начинают изучать вот прям с нуля, нужно учить. Если это другие страны, имеется в виду онлайн какие-то занятия, то там тоже очень разные. Но обычно все-таки на бизнес-курс, если в онлайн приходит, то это уровень А2, Б1. И здесь очень важно понимать, что хорошо бы в идеале идти, например, если ваш студент уже владеет на уровне А2, тогда он может идти на А2 бизнес-языка. Тогда, то есть на одну ступень выше получается. Да, то есть, так. Какие упражнения вы выбираете для отработки лексического материала на практике говорения, если студент учится индивидуально? Это не последний, тоже не проникнуло. Какие очень много разные, то есть это там целый комплекс упражнений на запоминание, на использование, на правильно, на тоже, когда идет отработка грамматики, что очень важно, например, в моих книгах. Отработка грамматики идет на базе той лексики, которая была в начале урока. То есть дается активный словарь. Мы проработали словарь. То есть там нужно вставить слово, найдите подходящее, подберите определение. И потом эти же фразы новые и слова, использованные в грамматических заданиях.
В каком объеме используется язык посредник? Здесь кокетничать не буду. Если есть возможность и необходимость, я использую язык посредник. То есть это английский или, ну, там, латышский, реалих Латвии. Просто потому, что это быстрее, эффективнее с одной стороны, а с другой стороны я не знаю, как просто на пальцах показать пантомимой понятие конкуренции или преимущества компании. Какой должен быть уровень знания языка у студента, чтобы начать курс делового общения? Наверное, я уже ответила на этот вопрос. В идеале, если он идет на B1, то у него уже есть B1 общего владения. Сколько часов продолжается урок? Минут, наверное, да? У меня не получается проверять домашние задания во время уроков, делаю это до занятия. Урок продолжается 60 минут или 90 минут. Домашнее задание проверяется, ну, в таком достаточно беглом, точечном режиме. Важно, чтобы они хоть сколько-то озвучили то, что они сделали дома. Это важно. Далее, в тот момент, когда идет, например, проработка учебной ситуации, я прохожу по кругу и просматриваю уже детально их записи и поправляю, делаю отметки домашних заданий. Вы берете студентов уровня А1 и ниже. Если есть желание у студента и потребность, я беру студентов уровня А1 и ниже. Да, это возможно. Все зависит от внутренней мотивации человека. И здесь просто идет очень, ну, более нежный подход. Здесь скорее больше, например, мы начинаем с тем small talk, что в английском называется, да, то есть общепринятые темы. И плавно мы задействуем бизнес-язык. В каком порядке вы даете падежи студентам? Знаете, конечно, все-таки, если так вот идти от простого к сложному, то лучше, конечно, начинать с предложенного падежа и дальше. Ну, понятно, именительный падеж, предложный, потом винительный. Винительный падеж, естественно, сначала для неодушевленных, и потом, они уже как-то готовы обычно воспринимать информацию по родительному падежу, ну и потом уже дательный и творительный падежи. Но, например, в курсе по деловому русскому языку дательный я, бывает, даже раньше им даю для местоимений. Мне надо, тебе надо, вам нужно. В таких модальных конструкциях. Мне кажется, что я каким-то удивительным образом даже на все, вопросы ответила. Может быть. Надеюсь, что ничего не пропустила. Есть ли еще вопросы? Как прорабатывать учебную ситуацию на индивидуальных уроках? Просто второй стороной является сам преподаватель. Да, то есть эта ситуация прорабатывается точно так же, только в формате двух человек. Да, я работаю онлайн, обычно это скайп занятия по скайпу, ну и сейчас Zoom помаленьку осваиваю. Эти виртуальные доски я не использую, я использую книги онлайн, ну это мои книги, поэтому здесь нет никакого конфликта с авторским правом, здесь моя совесть чиста. И тоже готовлю презентации.
Где можно приобрести ваши учебники? Спасибо большое за вопрос. Учебники, изданные, это издательство «Златоуст», поэтому приобрести учебники можно в первую очередь там, где продаются книги издательства «Златоуст». А также электронные варианты книг есть в доступе на моем сайте www.business-russian.com. Там есть раздел, где можно посмотреть и приобрести книги в электронном виде. Извините, я не очень понимаю вопрос. Можно еще раз про организацию, которая организует встречи в Zoom? А, наверное, она называет, наверное, я могу напечатать, да? В чате она называется BNI. Business Networking International. И мне кажется, что их сайт bni.com.com. И это как ну, общий сайт вообще международный, но там вы можете найти тоже отдельно филиалы, ну, например, московские, или я знаю, что в Израиле русскоязычная группа тоже есть. Да, они будут очень рады гостям, это совершенно точно. Ну и, конечно, этот клуб есть тоже в Риге, тоже можете посмотреть. Я знаю, что будет ближайшая их встреча 14 мая, очень классная, вместе с литовцами. То есть, вот понимаете, в результате такого бизнес-курса по русскому языку ваш студент приобретает целый клубок, ну, то есть это то, что называется, ну, бенефитов, да, преимуществ. В лице своего преподавателя он тогда видит не только учителя, но и мостик к контактам, которые ему нужны, да? То есть русскоязычным клиентам, партнерам, инвесторам и так далее. Да? То есть это суперценность, которая, например, есть в курсе по деловому языку. Нету, если это просто General Russian. Так. Я думаю, что, наверное, насколько я вижу, я ответила на все вопросы. Вопросы больше не появляются. Спасибо вам большое за участие, за то, что послушали. Надеюсь, что материалы, которыми я с вами поделилась, они помогут вам совершенно спокойно находить и пишите мне, например, на Фейсбуке. Всегда буду рада ответить на ваши вопросы. Всего доброго, отличного дня и держимся, продолжаем нести свет знаний дальше. Всего самого доброго. До свидания.